30 октября в Центре культуры Кохтла-Ярве состоялась традиционная осенняя конференция по медицине, в которой приняли участие доктора и профессора клиники Тартусского университета и Идавирусской центральной больницы. Конференцию открыли председатель правления клиники Тартусского университета Урмос Сигур и председатель совета Идавирусской центральной больницы и депутат парламента Эстонии Валерий Корп. На конференции, название которой «Новые направления от идеи до услуги», обсуждались важные вопросы в сфере медицины, работа медицинских учреждений вчера, сегодня и завтра, анализ существующих проблем и пути их решения. Действительно, каждую осень Идавирумская центральная больница проводит конференцию, которая посвящена какой-то, на мой взгляд, все-таки наиболее злободневной теме, которая в медицине на как раз этот момент. И очень здорово, что эта работа проходит в содружестве с другими медицинскими учреждениями, где приглашаются специалисты из других медицинских учреждений, которые действительно являются в этой области, которые предложены для обсуждения. И здесь играет не последнюю роль именно сотрудничество, которое последние годы сложилось между Тартусской университетской клиникой и Идавирумской центральной больницей. Поэтому, в первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить за это сотрудничество всех, кто приезжает, кто работает вместе в Идавирумской центральной больнице. И, конечно, огромное спасибо, в первую очередь, как председатель совета, скажу, тем членам совета, которые работают от Тартусской клиники. Их трое. Это господин Урмас Сигур, это господин Ян Эха, это господин Агу Кыргве, которые действительно специалисты в своей области, которые пытаются и вносят, мне кажется, неоценимый вклад в работу совета. Поэтому сейчас вместе с ними мы думаем о следующем десятилетии развития Идавирумской центральной больницы. Планы большие, и хотелось бы верить, что они будут претворены в жизнь.